очень сожалею, что мы сегодня проиграли. Большое спасибо нашим болельщикам, которые нас сегодня вели, и мы старались. Мы действительно сегодня были лучше на поле, интереснее, увереннее. Но не хватило, видите, немножко нам не хватило класса при завершающей стадии, потому что и в штангу попадали, и мимо ворот мяч, вдоль ворот мяч много катался. Вот. Были изменения в составе, так как очень много травмированных. Вот. Последние 15 минут мы доигрывали уже без одного нашего футболиста. Вот. Но если честно так брать, мы были сильнее. Жалко, что мы сегодня проиграли. Я реально говорю, что мы были сегодня сильнее и по игре, и по всему параметру. Я только хочу сказать одну вещь. В Европе, наверное, ВАР нужен, нам не нужен. Это вот мое мнение просто. Я не знаю, зачем его привезли. Вот просто реально не знаю, зачем. Почему он не помог в пенальти в их ворота? Раз. Он показал Гагличидзе желтую карточку, а там игрок играет локтем против Гагличидзе. Ну это зачем привезли? Вот просто ради интереса. Вот просто ради. Я не хочу обсуждать судью. Мне не интересно его обсуждать человека, который, ну, наверное, сломал нам сегодня очень много. А вот то, что ВАР для чего привезли, наверное, просто, знаете, как иногда пустышку привозят, чтобы просто поставили, это как. Я думаю, что это так, потому что я сегодня не видел ни помощи, ни плюсов, ни минусов. Поэтому очень сильно расстроен, за ребят, ну и за нас, конечно, потому что тот сезон, который ребята отыграли, и мы еще руки не опускаем, и поедем туда, и будем там бороться, и все равно постараемся обыграть команду «Крылья Советов». Я сегодня видел, что наши футболисты не стушевались перед футболистами премьер-лиги и играли на равных, даже где-то в каких-то моментах даже лучше. Спасибо. Коллеги, вопросы? Александр Выков, НТВ. Спасибо вам за игру. Действительно, после матча Лужного провел. И, во-вторых, как вам атмосфера, то, что творилось в трибуне, поэтому вы в премьер-лиге? Я еще раз хочу сказать, поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли нас поддержать, 21 тысяча. Они вели нас вперед, они делали эту волну, как она там называется. Молодцы. И при такой атмосфере играть всегда интересно и задорно. Да и ребята уже понимают, что любой голевой момент, который мы создаем, уже трибуны начинают кричать. Поэтому я думаю, что таких бы матчей побольше, значит, нам нужно тянуться вверх. Наверное, сами все это ощутили сегодня. Пожалуйста, вопросы. Спасибо большое. Есть вопросы с последнего ряда, пожалуйста. Я уже хотел. Заключительный. Дмитрий Николаевич, Игорь Козлов, Инстат. По игре нашей команды, скажите, много игры через правый фланг шло, учитывая, что Хребков не по позиции играл, и во втором тайме, ну, видно было, что сильно наелся и вытягивал, а левый фланг даже после выхода Игнатовича мало использовался. Не пытались увести туда игру? Да пытались и вправо, и влево, но когда вышел Игнатович, оставалось 30 минут, вот здесь вот ты и получил травму, немножко получил травму у нас Федориф Виталий. Ну и поэтому играли на одного меньше, уже играли в другой футбол. Даже при том количестве, что у нас на одного футболиста было меньше, все равно ребята хотели играть в атакующий футбол. И даже где-то в каких-то моментах накрывали и могли создать момент у ворот соперника, но торопились при завершающей стадии. Я думаю, что нам есть над чем работать, есть куда расти. Мы прекрасно понимаем, что мы хотим. Поэтому, наверное, самое главное, что сегодня мы дали бой команде премьер-лиги, а они на самом деле, им сегодня повезло. Они увозят сегодня 3 очка, или знаете, как это победа, как любой гол забитый на поле соперника считается за 2, но они реально сегодня им повезло. Да, у нас были пробелы какие-то определенные, но столько моментов, которые мы тоже создали, их надо использовать. Спасибо. 2 июня играем в Самаре. Всем спасибо и до встречи в новом сезоне.